Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Kia Sorento. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены задние арки, крыльям. Все тщательно прокатали валиком. Проклеена крыша первым слоем вибропласта. Двери в данной программе мы будем клеить 4 слоя. Показываем первых 3. Первый слой вибропласт 3 мм. Второй слой шумопоглотитель 6 мм. И третий слой 2 мм вибропласт. Также закончили клеить первый слой на полу в салоне. Продолжаем нашу работу.